привет. В работу у нас поступила Toyota Camry. Клиент обратился с такой проблемой. Некачественные оклейки авто. Сейчас мы вам покажем, как делать ни в коем случае нельзя и на что стоит обращать внимание. Первое. Ну, соответственно, вот на наличие огромных таких количества пузырей. Второй момент сейчас постараюсь показать. Также обращайте внимание, спрашивайте, как вам будут клеить машину, с куска или поликалом, потому что здесь клеились куска, резали ножом, порезали все ЛКП. Также порезаны фары, зеркала и тому подобное. Вот здесь видно, как порезана фара, пленочка чуть-чуть сжалась и остался рез от ножа. Он достаточно сильный и уже не отполируется. Также обращайте внимание на клеевые растяжки на пленке и потресканный топ-коут. Вот, то есть это вследствие из-за того, что зеркало делали с куска. Да, это правильно, но это зеркало сделать сложно. С одного куска почти нереально. Его нужно делать из двух. Поэтому здесь большое количество растяжек и также потресканный лаковый слой.